хорошенькое настроение у ребят. Удар и мяч в сетке. Будет нужно разбираться, да, вот мощный и техничный парень. И вот оно, 2-0. База. Вторую строчку такая заочная, 3-0. Вот сейчас ему хороший вынос удался, и это как раз вот может возникнуть опасный момент. Уже немножко пижонят соперники, и хорошо Коновалов здесь сыграл, но 4-1. Хорошая передача в касании. Так, Панов хет-трик, по-моему, оформляет, если не ошибаюсь. Десятиметровая отметка, Колонтой вбьет, и какой удар! Попытка номер два. Ему еще так Панова по голам догонять. Да, без шансов просто. Колонтаев. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас Красилев свои ворота забивает. С полуподъема. Вот есть еще одна возможность для удара. Калантаев, да, 9-1. Тут я поспешил. И Калантаев что, покер? Или уже пентатрик? И да, 11-й мяч. Ну, у нас сложная девятка, это вот Щербаков, который пропускает сейчас мяч. Но кажется, есть вероятность, что еще один гол. И ох, как! Ножницы! Наверное, на каждом участке поля. Красилев мчит вперед, видит партнера. Хорошая проникающая передача. Жаналимов решает! Но поздравляю с победой. Могли вообще представить, что вот такое тотальное вот разнобой случится по итогам игры? Ожидали, что так легко победите? Задача была максимум забить как можно больше голов. Поэтому забивали столько, сколько нужно было. Старались забить. Поэтому ты ни одного не забил? Я старался, но я же защитник. А как ты считаешь то, что ты не забил ни одной сегодня? Отсутствие брата сказалось на этом? Возможно. Будем спрашивать с него. По-жесткому спрашивать? Ну где он был сегодня? Вот его не было на игре. Но если вернуться к игре, вообще по ходу встречи, когда уже поняли, что соперник уже окончательно бросил играть? Да с первых минут мы взяли игру, свою инициативу, и все, и начали забивать. А Артем Калантаев, я думаю, станет лучшим бомбардиром этого турнира. Вот и все. Ну, я думаю, что можно как бы заставить его проставляться за такой результат, как ты считаешь? Возможно, так и будет. В раздевалке обговорим этот момент сейчас. А как ты считаешь, удался вам сезон этот, или сейчас будете ждать, пока соперники будут доигрывать? Пока рано делать оценки? Пока рано делать оценки, потому что мы сейчас будем болеть за Бочкарев. Нам нужна либо победа, либо ничья Бочкарева. Ну и, кстати, во многом из-за этого, да, стремились много забить, потому что там турнирное положение достаточно такое шаткое, да, и есть вероятность, что это могло помочь. Да, там разница мячей, нам минимум нужно было то ли 13 голов, то ли 14 забить. Капитан там нам сказал, Максим Зайцев, забить, мы и делали. У нас сейчас последний тур ЛФЛ, будешь скучать? Буду скучать, конечно, но скучать долго не придется, потому что будет зимнее первенство. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все руководство любительской футбольной лиги, в том числе организатора Максима Зайцева. Все на уровне сделали, да? Да, все на уровне, раздевалка, вода, приятно играть, приятно приходить, и одно удовольствие.